Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. И добро пожаловать в новую серию, в новую рубрику, которая называется... Жека... Скорострелы! Скорострел, пускай будет скорострел называться. Хорошее название на рубрике, Жек, я придумал. Зашибись. Идеально. Да, ребята, всем привет, и это новая рубрика, поэтому если вы хотите, чтобы она еще выходила, то ставьте большущий палец вверх, а также сейчас Эдисон объяснит вам правила. В общем, Жека, я думаю, то, что можно потопать, ты знаешь правила или тебе тоже объяснять нужно? Да, мне-то не надо, ты можешь. Ну, в общем, смотри, в чем будет заключаться суть этой рубрики? Это у нас будут дуэли один на один. Вот моя часть карты, там твоя часть карты. Да, синий-красный, типа ты понял, да? Ты понял. Короче, Жек, суть в том, то, что в сундуке есть 15 предметов. Эти 15 предметов должен спрятать на моей карте, а я должен спрятать на твоей карте. И кто быстрее найдет какой-то подходящий магазин для какого-то оружия, сможет зарядить вот это оружие, тот сразу может прибегать на карту друг друга и стрелять его просто, понимаешь? Пау-пау! Пау-пау, поэтому давай, ты иди прячь вот эти все оружия на моей карте, а я буду на твоей прятать, понимаешь? Ага, то есть мне на красненькой прятать. Тебе на красненькой нужно прятать, а я буду прятать на синей. Хорошо. Только хорошо спрячь. Ну, мне кажется, не особо хорошо у нас получится тут спрятать, да? Я вообще не представляю, куда можно это спрятать. Суть в том, Жека, то что это первая, в одна такая серия. Если, ребята, вам понравится эта серия, то в новой серии у нас будут нычки, как в троллинге, понимаете? Невидимые блоки, бла-бла-бла, вот это все остальное. Поэтому, если вы хотите продолжение, как мы с Жекой уже сказали, ставьте лайкусики! Лайкусики! И карта в следующий раз будет в 4 раза больше, чем вот эта. Так что, Жека, готовься! Готовься, понимаешь? Мне уже страшно. Ты смотри. Короче, Евгений, ты расставил 15 предметов на моей карте? Да. Я тоже на твоей расставил. Смотри, чё бы ни произошло, если у тебя закончатся патроны и прочее, ты не можешь воровать предметы с моей карты, только с твоей. Ага, понял. Если ты первый найдешь оружие, которое можешь стрелять, ты сразу можешь бежать и убивать меня. Угу. Все понятно? Понятно. Иди на свою карту, это моя, да, мне? Начинаем, Жека, начинаем! Давай. Меня трясёт, давай! Кто быстрее? Прям холодные игры! Кэс гоу! Давай, раз! Сраный. Два! Трис, давай! Нашел гранату! Граната не считается, так, подожди. Граната это вообще бесполезная хрень, да? Ну, в принципе, а как, да. А как вот тут всякие глушители и прочее надевать? Сейчас как-то это слишком быстро, Жек. У нас в конце этой серии победит тот, кто больше раз убил друг друга. Я тебя уже один раз убил. Смотри, если ты меня убьешь, то я могу сразу же респавниться и дальше тебя стрелять. Угу. Только не надо этого делать. Только не надо, хорошо. Но! Ты сразу респавнишься и сразу можешь идти дальше лутать. Счет 1-0. Я тебя сразу не буду убивать, потому что я тебе дам небольшую фору. Угу. Давай, ты готов начинать дальше? Продолжай. Да. Давай, раз, два, три! Поехали! Так. А ты мне не объяснил, как всякие глушители надевать и прочую штуку. На эмочку, на эмку. Так, смог граната! Я не понимаю, для чего это патроны? Для чего это... Так, подожди, что у меня есть? У меня есть глушитель, я нашел глушитель, и, конечно, все очень хорошо, и все хорошо. Чопа. Прикольную штучку нашел, Какую? Да не важно, за что ты переживаешь, Какую штучку нашел? Ты не переживай. Да я не переживаю. А что ты там таки нашел, Жека? Я не понимаю, я нахожу патроны, они ни к чему не подходят. Пил, иди в жопу. Эмочка! Так, как, Жека... Вещи выпадают? Да, Жека, 2-0. Я до сих пор не нашел патроны ни для чего. Ты уверен? А, то есть можно было еще и блоки ломать, когда прячешь? Нет, блоки ломать нельзя. Ну, в смысле, да, в землю куда-то можно. А ты мне не говорил. А, ну вот все. Так. Что это такое? Так, нет, это не то. Так, Жека, 2-0. Куда ты все спрятал? Я нахожу кучу всяких патронов, но не могу найти ни одну. У меня есть патроны? Нет патронов, еще два патрона. Конечно, все очень. Жека, 3-0 счет, у меня патроны заканчиваются. Ты не забывай, что у тебя на карте еще много патронов есть, а у меня уже ни хрена нету.
Я понимаю, что это да, но я не нашел патрона ни для чего, понимаешь? Ты уверен? Ты уверен? Я до хрен еще патронов дохожу, но они не перезаряжаются. Может, мне не тыкается просто, я не понимаю. Возможно, просто не тыкается. Я вообще не понимаю, где ты тут 15 сундуков спрятал? Я нашел максимум 7! Я вообще нашел, не знаю, ничего. Да ты где-то на деревьях их прятал, я не знаю. Так, ага, тут ничего нету, на дереве ничего нету. Ты куда залезаешь? Ты куда? Так, ты где, какие проблемы, какие проблемы? Счет 3-0, пока что счет 3-0. Где ты? Это собака! Так, 3-1, 3-1, 3-1, Джек, мы дальше продолжаем? Паскуда, иди сюда! Что это такое? Я тебе больше не подойду. Так, хорошо, ищи дальше, подожди, я на своей карте, да, я вроде на своей вообще карте. Я ничего не могу найти, ты куда я запрятал, у меня ничего не заряжается. Что там должно заряжаться? Я весь инвентарь всякого барахла, но мне ничего не заряжается. Понимаешь? Ты нажимай на правую кнопку мышки, на R нажимай, когда берешь оружие. На правую. Не, ничего не работает. Жека, у меня такой вопрос. Ты точно 15 сундуков спрятал? Да. Точно, да? Вот прям. Опа! Смотри, я нажимаю на R, у меня сразу перезаряжается. У нас там всего должно быть 3 магазина и 3... Сам горит, ничего не перезаряжается! Слышь, ты собака? Ой-ой-ой! Ну хорошо, хорошо. Так, у меня осталось всего... Какой счет, Джека? 4-2, да? Я не знаю, да, 4-2. Нет! Собака, проклятая! Так! 4-3, 4-3! Чё ты там делаешь? Чё ты там... Пошёл в сраку, пошёл в сраку! Иди сюда! Так, 5-3, 5-3, 5-3, я не знаю, что делать, дальше делать, Жека, у меня вообще уже оружия нету! Нет оружия, отстань! Жека, отстань, пожалуйста. Я сейчас... Да, почему я хотел ударить? Жека, нет! Да почему я не могу по тебе... Почему ты у меня сходишь сквозь блоки? Что за хрень? Какой счет? Какой счет? 6-4, да? Жека, у меня вопрос, у тебя есть еще пули? У меня пуль-то до хрена, у меня нету оружия. Уверен, что положил оружие? Да, я все положил. У меня 0 патронов тут, у меня 0 патронов тут. И у меня 0 патронов тут. Все, я без патронов! А нет! А нет! Что такое? Я даже не знал то, что... А-а-а, Жека! Ты где? А, чё? Здорово. Твою мать! Твою мать! Твою... Почему ты не... Сколько раз тебе попал, ты не умер? Я тебя сейчас... Ух, я тебя сейчас... Ой, почему у тебя не за... Почему у тебя патроны не заканчиваются? Падла, ты ненормальная. Джек, мне кажется, ты что-то вообще не то перезаряжаешь, потому что у меня патронов до хренища на самом деле. Деревень. Слушай, туда нельзя! А ну, вылезай давай, Жека, вылезай, вылези, пожалуйста. Давай ты вылезешь. Давай договоримся. Нет, давай ты вы. Ну давай договоримся, хорошо, так уж и быть. Тут или победа, или смерть. Так, да, если бы у меня было оружие, то... У тебя есть оружие, я тебе на карту ставил такое же оружие, как ты мне ставил. У меня есть только ножик. Я есть только ножик, отстань! 12 патронов и все. Все, 4 патрона, Жек. Все! У меня больше патронов нету на карте! Жопа тебе. Жопа тебе. Конечно, жопа. У тебя еще там дохренища патронов на карте валяется, а у меня вообще уже ничего нет. Стой! Собака! Ну хорошо.
Да как я такой косой? Замысли! Ну чё, дружок, у тебя там что, остались патроны или нет? У меня-то патроны остались, могу вроде пушка, не есть, нету ни одной пушки у меня. Так почему я не могу попасть? Почему такие ножики? Почему такие странные ножики? Они то попадают, да! Минус один с ножика! Ну чё, замолчал? Замолчал-то так, керамби... Да как? Почему я не умираю? Да у меня пару сердечков осталось, Жека! Успокойся! Да! Это собака! Да! Всё, жопы! Так, всё, давай успокоимся, всё. У меня больше патронов нету. Я не понимаю, почему. У меня есть патроны, у меня нет оружия. А, у тебя есть патроны, у меня нет. А у тебя оружия нет. Чего? Ну, кажется, это два патрона для... Чего? В смысле, какие два патрона? Какие два патрона, Жек? Какие два патрона? Из этого оружия оно большое, я ничего не вижу. О! Да все, хватит! Так, хорошо, я тебя с ножик один раз зарубил. Да сука! Капец! Как ты так делаешь? Я, короче, понял прикол этого мода. Если у тебя в руке оружие огнестрельное, по тебе с ножика до хрени сейчас носят. Ты так думаешь? Ну да, ты мне по 5 хп сносишь удара. А, вот сейчас не снес. Ааа, пол хп осталось! Собака, ну все! На! Тебе урон не наносит, когда ты успешаешь. Наносится, да все наносится. Ну чё? А, всё, да, за ножик взялся! И всё, Жек, всё, хватит, я предлагаю на этом остановить наше сражение. Да всё, не, какие патроны? Жек, мне есть много что сказать, но я говорить это не буду, потому что это секрет, понимаешь? Нормально. Садись. Короче, я предлагаю сделать так, что в следующей серии у нас карта будет где-то в 3... Ты что, дурак? Ты что сделал? Это что за бомба? Я предлагаю сделать так, что в следующей серии у нас будет карта где-то в 3-4 раза больше, и мы пригласим еще одного нашего участника, и будем уже втроем сражаться и пиу-пиу-пяу делать. Да, и больше оружия сделаем, и больше секретных всяких ничек. Поэтому, ребят, ставьте лайкусики, если хотите продолжение. Мне кажется, то, что в следующей серии наша рубрика еще намного больше модернизируется. Спасибо всем за просмотр. Подожди, а еще что-то надо, Жека, еще что-то. Я забыл, что еще надо. Что-то еще надо сделать, кроме лайков. Нужно еще подписаться на каналы! Подписаться, точно, я и забыл, Жека, спасибо тебе большое, то, что напомнил. Подписаться на каналы нужно! Извини. Это, оказывается, такая прикольная граната? Хватит, пожалуйста. Спасибо всем за просмотр, пока он тут все не взорвал. Всем удачи и всем пока! Нет. А что ты не взорвал? Не, все. Я просто закончу. Дебил!